Вы знаете, Ирина Михайловна, что радуга поэт? Да, знаю. На высоком там, на бережке, продает старик кота в мешке. А в мешке такая темнота, что я куплю и выпущу кота. 1000 лет люди волновались за себя, а он кота пожалел. Я уверена, что радуга будет поэтом настоящим. А поэт обязан волноваться за других, потому что чем талантливее человек, тем меньше он думает о себе. Сейчас попробуем завести. Город, 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 тот, который мне и надо попасть. На высоком там, на бережке, продают старик кота в мешке. А в мешке такая темнота. А я куплю и выпущу кота. Еще кота.